Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo R21 Pro. И сейчас я покажу вам, как поменять обои на данном устройстве. Для этого мы зажимаем пальчик где-нибудь на пустом месте экрана, нажимаем обои. И теперь мы можем установить обои, выбрав фото из галереи. Мы также можем какие-то оригинальные обои установить. Или мы можем выбрать из того, что нам предлагается. Это могут быть статистические обои и живые обои. Я выберу какие-нибудь такие, нажму «Применить» и выберу экран, к которому хочу применить. В моем случае к двум экранам я хочу применить данные обои. И вот так вот это выглядит. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.